Всем привет, это Тест-Драйв ТВ, и сегодня у нас новинка белорусского автопрома Geely M-Grand 7. Этот автомобиль не заменяет никакую модель в линейке Geely, а дополняет ее. Стоит он на ступеньку выше, чем модель SC7, у него больше колесная база, но при этом по длине он почему-то меньше. Однако автомобиль дороже и гораздо лучше упакован. По старой доброй китайско-белорусской традиции, моторная гамма Geely M-Grand 7 состоит всего из одного агрегата. Это бензиновый мотор объемом 1,8 литра и мощностью почти 130 лошадей, 129, если быть точным. Но порадовал в первую очередь тот факт, что как минимум автомобиль подготовлен и для белорусских, и для российских дорог. У него под днищем стоит огромный пластиковый пыльник. Защита двигателя не стальная, к сожалению, а пластиковая, но зато пластик закрывает практически все дырки, из которых может лететь грязь в подкапотное пространство. Ну и не может не радовать еще один факт. Этот Geely M-Grand 7 двухпедальный. У него двигатель сопряжен с вариатором. Мне понравилась первая шутка от китайских конструкторов. Здесь бесключевая система доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. Это, конечно, круто, но закрывается автомобиль. Вот когда выходишь из него, закрывается снаружи кнопкой на дверной ручке, но нажатием на эту же кнопку салон не открывается. Нужно делать это с ключа. Либо я что-то не так понял, но я пытался несколько раз открыть клавишей на дверной ручке, но мне не получилось. А с брелка, пожалуйста, открывается. Ну да ладно. Первое впечатление от интерьера Geely M-Grand 7 самое приятное. Во-первых, ребята, здесь мягкий пластик. И он во время езды не гремит. Мягкий пластик на дверных картах вверху, где, в принципе, он попадает под руки водителя. Здесь такая же мягкая отделка из эко-кожи. Там, где подлокотник, есть полноценные дверные ручки. Это здорово. Кожаная обшивка рулевого колеса, которая не регулируется по вылету. Есть система стабилизации электронная, климат-контроль, мультимедийная система с цветным экраном. Есть USB-порт, есть гнездо, куда можно всунуть microSD-карту. Или подключить через AUX порт что-нибудь. Ну и в целом впечатление очень приятное, не китайское. Единственное, что бросается в глаза, это вот такая странная узорчатая вставка. По ощущениям здесь должен быть какой-то, может быть, бардачок, какая-то ниша для вещей, но здесь ее нет. Она из жесткого пластика и, честно говоря, вот этот вот дизайнерский прием мне лично абсолютно не понятен. Подстаканник здесь, к сожалению, только один. Ну да ладно. Есть удобный бокс-подлокотник. Не очень вместительный, но он под рукой. Такой с двойной системой. Есть регулировка поясничного подпора. Это удивительно. Электрорегулировка кресел. Причем можно поднять, опустить его. В общем-то, в не очень больших диапазонах, но в целом нормально. Запас пространства над головой вполне приличный. Вот у меня кресло опущено полностью. Как видите, еще немного места остается, но, правда, совсем чуть-чуть. Полагаю, что если бы не было люка, то места бы было немного больше. Очешник. Еще одна крутая штука, которая мне понравилась, это автоматический режим стеклоподъемников всех четырех. И причем кнопочки подсвечиваются. Для того, чтобы он сработал, нужно подержать клавишу пару секунд в нажатом состоянии. Клавишу нужно не дернуть на себя и отпустить, а именно удерживать где-то полторы секунды, и тогда стекло закрывается самостоятельно. В принципе, логика на самом деле в этом очень хорошая, потому что иногда хочется чуть-чуть приподнять или чуть-чуть опустить стекло. И ты вот этими короткими движениями делаешь. А когда тебе нужно полностью опустить, ты удерживаешь клавишу, и оно поехало вниз. На самом деле, все очень здорово и очень удобно. Как раз уж мы находимся в таком современном китайском автомобиле, как Geely M-Grand 7, попробуем законнектиться с медиасистемой и позвонить. Так, если уж система в автомобиле есть, то
надо знать, как она работает. О, вот, все, нашел. Процесс пошел, сопрягаемся. Сопрягаемся. Спарить, не спаривать. Сейчас будем спариваться с автомобилем. Это все очень долго происходит. Ну, вообще, пока все это происходит, можно еще сказать, наверное, пару слов об экране. Пикселизация у него заметная, но не слишком большая. Вот, и явно на солнце он будет выгорать. К сожалению, нынешняя погода не позволяет это проверить, но по опыту можем сказать, что да, на ярком солнце будет видно все гораздо хуже. О, вот Павел Козловский у нас появился. Ну, явно будет слышно хорошо, мне кажется. Но надо кому-нибудь позвонить, чтобы послушать звук. Алло, алло. Привет, Павлуха. Здорово. Как слышно? Нормально. Хорошо слышно меня? Ну. Ну, отлично, значит, система работает. Это мы тут Bluetooth, и громкую связь проверяем, чтобы... Включили? Ага. Все, эксперимент закончен, система работает отлично, Павел Козловский подтвердил. Итак, коротко подведем впечатление об интерьере. Он шагнул далеко вперед по сравнению с автомобилями 3-5-летней давности. Это уже такой кореец середины 2000-х по качеству материалов, по качеству подгонки каких-то панелей и деталей. И разве что какие-то эргономические просчеты вызывают некоторые вопросы. Это в частности удобство посадки и невозможность отрегулировать рулевое колесо по вылету. Ко всему остальному лично у меня претензий нет. Перед тем, как рассказать о задних сиденьях, давайте поговорим немножко о китайской классификации. В модельном ряду Geely есть еще седан SC7. Так вот, интересный факт состоит в том, что у SC7 на 3 см короче колесная база, но при этом кузов сам по себе длиннее. Geely M-Grand 7 фактически классом выше. У него на 3 см длиннее колесная база, но кузов короче. И он все-таки дороже, так как у него более навороченная комплектация, ну и в целом он выполнен лучше. Теперь к задним сиденьям. Вот переднее кресло отодвинуто практически до упора назад под мой рост. Здесь у меня остается небольшой запас для колен, буквально 3-5 сантиметров. Кресло опущено максимально вниз, но стопы спокойно под него пролазят. Поэтому в целом посадку можно признать довольно удобной, а если ваш рост меньше 1,80 м, то будет вообще все замечательно. Есть полноценные дверные ручки, удобные очень. Удобно положить сюда локоть, держать его. А что у меня вызывает смущение, это вот ручки открывания дверей. Во-первых, у них огромный ход, а во-вторых, они какие-то очень хлипкие и откровенно пластмассовые. Вот, хотелось бы что-то такое более солидное. Но, с другой стороны, они очень удобно расположены. То есть не надо выворачивать кисть как-то или открывать дверь там левой или правой рукой. А есть карманы в спинках передних сидений. Есть такой простенький, очень незатейливый и где-то даже неряшливо сделанный подлокотник с двумя подстаканниками. Центральный тоннель есть. Он таких средних размеров, ни низкий, ни высокий. В общем-то, третий пассажир, наверное, все-таки влезет сюда. И вот хотел сказать, что есть пепельница. Места над головой хватает, без особого запаса, но макушкой об потолок не трешься. Есть подсветка и ручки с микролифтом. Даже китайские конструкторы до этого уже дошли. Приятно, черт возьми. К сожалению, бесключевой доступ в салон не подразумевает бесключевого доступа в багажник. Ну, например, можно было ножкой провести, и он открылся. Нет, нужно либо держать кнопку на брелке, либо нажать клавишу в салоне. На самой крышке багажника никаких кнопок нет. Технические данные китайские гласят, что объем багажника здесь 680 литров. Но мы повторимся, это, наверное, какие-то китайские литры, потому что просто даже на наш опытный взгляд понятно, что нет здесь 680 литров. Здесь довольно узкий проем, объемные какие-то коробки не запихнешь в багажник, но сам по себе он сделан довольно аккуратно.
Спинки задних сидений складываются, но, к сожалению, нет лючка для длинномеров. Могли бы и предусмотреть. Под полом хранится полноразмерное запасное колесо, причем, на удивление, опять же, все тут выполнено очень аккуратно, весь инструмент закреплен. Есть даже такие резиновые вот прокладочки для того, чтобы ничего здесь не гремело и не стучало. Такое удивительное внимание к мелочам. Единственное и самое негативное впечатление от Geely M-Grand 7 лично у меня — это удобство посадки. К ней у меня возник самый большой вопрос. Руль по вылету, к сожалению, не регулируется на автомобиле 21 века. Вот, за это надо пенять и пенять китайцам, потому что пора бы уже давно сделать вот эту вот простую вещь — регулировку по вылету. Сейчас у меня спинка стоит почти вертикально для того, чтобы мне было хоть как-то удобно тянуться к рулевому колесу. Вот, если я сделаю спинку вот так, то посадка превращается в какую-то а-ля BMW-шную, да, с откинутой спиной и вытянутыми полностью руками. Такого быть не должно. Еще один нюанс – это настройки усилителя. Руль можно вот вращать буквально одним пальчиком. Информативности никакой, как на компьютерном симуляторе. Но, с другой стороны, наверное, кто-то любит такие штуки, чтобы просто можно было не заморачиваться по поводу рулевого управления. Крутишь себе что на парковке, что на трассе. Он с одинаковым усилием вращается, то есть практически без усилия. Что можно сказать про настройки шасси? Скорее всего, их настройками никто и не занимался. Взяли как есть, поставили элементы, там резинки, стабилизаторы, амортизаторы, пружины. Собрали, вроде работает. Но к чести китайского бренда Geely можно отметить, что подвеска получилась такой всеядной. Что мелкие ямы, что крупные, что лежачие полицейские, что трамвайные пути, ей все пофиг. Перескакивает, переезжает и особо не трясет. Но, с другой стороны, такие довольно приличные крены в поворотах, и чувствуется такая некоторая расхлябанность в подвеске, то есть нет ощущения плотности и собранности. Но для тех, кто любит просто комфортно передвигаться, я думаю, что как раз нормальный вариант. Наверное, по записи с камеры уже понятно, что есть еще одна проблема у Geely M-Grand 7 – это звукоизоляция. Нажимаешь на педаль газа, и сразу слышно, как просыпается под капотом мотор, причем такое ощущение, что он стоит где-то под передней панелью. Ну, у меня лично было такое первое впечатление, сейчас немножко уже привык, и поэтому, ну да, он шумит, но, честно говоря, не раздражает. И в сочетании с вариатором, в принципе, мне вот этот дуэт, если не понравился, то не вызывает раздражения. Работает все адекватно, нормально. Ну и в целом в городе, в плотном потоке, не чувствуешь себя ущербным. И в некоторых моментах даже Geely пуляет так, что поневоле начинаешь сбрасывать газ. До 80, до 90 в городе он разгоняется как-то очень так даже и незаметно. Можно услышать. Едем 60, газ пол, немножко соображает, ну и потом такой довольно интенсивный разгон следует. Можно, кстати, перейти в спортивный режим, и он действительно меняет поведение автомобиля. Geely начинает ехать агрессивней, интенсивней, быстрее подхватывает, меньше запаздывания при переходе на, скажем так, виртуальные передачи. Ну и расход топлива, конечно, растет, соответственно. Ну и можно воспользоваться ручным режимом. Сейчас мы узнаем, насколько он честный. Он не честный. При 5500 происходит переключение на передачу вверх. Но что мне понравилось, в ручном режиме вариатор очень здорово имитирует жесткую связь между коробкой и двигателем. И можно реально тормозить передачами. Даже подкатываясь к светофору, можно осаживать двигателем автомобиля. Полезное подспорье будет зимой. Заминка на старте, такая полусекундная. Вот, зависает на 5000 оборотах.
и идет разгон. Вот все-таки этот вариаторный нюанс присутствует. А вообще можно пользоваться, как я уже говорил, ручным режимом. Здесь 6 виртуальных передач. И если вам не лень щелкать рычагом, то в принципе можно получить такое подобие переключения передач. Но жесткой связи в трансмиссии все равно не получается. То есть даже в ручном режиме, если резко нажать на газ, нет такого яркого и быстрого подхвата. Все-таки вариатор – это переключение вообще без всяких толчков, незаметно, плавно, тихо. Мощности двигателя хватает, и даже чуть с избытком, поэтому к динамике лично у меня претензий нет в большинстве режимов. Только если начинать ехать уж как-то очень сильно агрессивно, тогда чувствуется какой-то недостаток взаимосвязи между трансмиссией и мотором. В остальных же ситуациях, на мой взгляд, все нормально. Вот мы выехали на Grand 7 на трассу. Посмотрим, как себя ведет автомобиль на относительно высокой скорости. По поводу звукоизоляции. Все-таки она недостаточная. Уровень шума довольно высок. Хотя, если сравнить, например, с тем же SC7 Geely, то тут уровень шума заметно ниже. Ну, а если говорить об управляемости, то на прямой Geely Grand 7 держится неплохо. Рулевому управлению все равно не хватает четкости в ноле, вот, довольно легко крутится. Ну и, конечно, машина так ощутимо болтает на волнах асфальта. Может быть, для слишком дальних поездок не очень подойдет, опять же, в силу неудобной посадки лично с моим ростом. Теперь о динамике. Обгоны, в принципе, особых проблем не должны вызвать, потому что мощности мотора хватает, автомобиль не такой тяжелый, педаль газа в пол и довольно интенсивное ускорение следует. Конечно, можно в ручном режиме вариатора на парочку виртуальных передач опуститься вниз и тогда разгоняться более интенсивно, но в принципе режим кикдаун работает и здесь. То есть газ в пол, автомобиль довольно уверенно разгоняется, но не сразу, а спустя такую заметную 1,5-2-секундную паузу. Ну а сейчас, друзья, мы с помощью высокоточного прибора V-Box замерим время разгона до 100 км в час. Сделаем несколько циклов разгона для того, чтобы наиболее точно высчитать результат. Делаем это, наверное, сначала в режиме драйв, а потом попробуем в спортивном. Так, поехали. Могу сообщить вам первый результат. 10,4 секунды. По-моему, вполне нормально. Так, кажется, второй результат у нас повторился с точностью до долей секунды. Тоже 10,4. секунды. Наш Geely Grand 7 оснащен системой стабилизации. И сейчас проверим, как она работает. Разгоняемся уверенно. Ну, справляется. Правда, работает на самом деле очень грубо и очень жестко. Одергивает автомобиль. И работает по стандартному, в общем-то, сценарию. Пока не приступил к коррекции заноса, система стабилизации спит. Ну и как только выкручиваешь руль в сторону заноса, она тут же просыпается и резко отдергивает автомобиль. Если нажать клавишу с пиктограммкой системы стабилизации, то отключается у нас только противобуксовочная система. Стабилизация продолжает работать. Скажу еще, что Geely Grand 7 – эта система жизненно необходима, потому что по своему опыту скажу, что автомобиль склонен к заносу. И если попытаться отключить систему стабилизации, то мы увидим, что автомобиль будет сваливаться очень резко. Ну что ж, подведем краткие итоги нашего тест-драйва Geely Grand 7.
Среди его достоинств можно отметить неплохую подвеску, довольно просторное заднее сиденье, вместительный багажник и хорошее качество исполнения салона. К недостаткам можно отнести ужасно неудобную посадку, я так и не смог к ней привыкнуть, довольно шумный, но отметим мощный двигатель в сочетании с вариатором. Это необычное предложение для белорусского рынка, но и самый главный недостаток автомобиля – высокая цена. При стоимости 11 тысяч долларов, даже 11 300, у него слишком много конкурентов на рынке. Ну и если у вас есть какое-то свое мнение по поводу Geely Grand 7 и всех остальных автомобилей, которые мы тестируем, пожалуйста, пишите в комментариях, мы обязательно вам ответим.